Сейчас я буду делать салат витаминный с капусточки. Легенький, простой салат вообще. Махом делается, 5-10 минут и готов. Это вот такую паутинку я натерла вот на такой терочке. Это от Nicer Dicer запчасть. Которые режут квадратиками на салат. Сейчас я буду готовить суп сырный. Вот у меня сырок, кусочек сейчас натру, и греческая фета. Все, что есть в холодильнике, какие сыры, можно натереть. Картошечка. Мяско варится в бульон. Зажарка, морковка, лук. И томатику ложу немножко. Лаврушечка, хмели, сунели ложу. Я натираю еще огурчик малосольный. Разный сырный суп бывает. У меня будет сегодня с малосольным огурчиком
солененьким, то есть. И можно колбаски копченые накрошить. Но у меня мясо варится, я не буду колбаску. Сегодня такой. А вообще сырный бывает еще с грибами, с шампиньонами. Натирать драники сейчас. Картошечку отжали, чеснок, лук на терке или на мясорубке, как хотите. Я высыпала сырок. Сейчас высыплю зажарочку. Варю дранички. Вот такие колобки наделала. Сверху ложить.